Вылет откладывается. В аэропорту Алматы задержано около 20 рейсов. 8 самолетов отправились на запасные аэродромы. Еще 11 бортов вылетели с отклонением по расписанию. Как выяснилось, на одной из плит на взлетно-посадочной полосе образовался скол. Рейсы из Москвы, Шарджи, Новосибирска, Стамбула и других городов мира отправляли на запасные аэродромы. Воздушные суда приземлялись в Таразе и Шымкенте. На одной из бетонных плит взлетно-посадочной полосы из-за жары образовалась небольшая трещина. Полосу закрыли на час и в течение 40 минут отремонтировали. Принять лайнеры на запасную полосу не получилось, так как она на реконструкции. Ее сдадут в эксплуатацию только в ноябре. Неудобства ощутили и пассажиры, ожидающие своего вылета из Алматы. По этой же причине задержали еще 11 рейсов примерно на 40 минут. Аэропорт был вынужден закрыться по техническим причинам, прекратить прием выпуск воздушных судов в связи с тем, что на полосе произошел скол цементобетонного покрытия 2 квадратных метра, которые были ликвидированы в течение 40 минут. Но предварительно мы дали закрытие на 2 часа.